Thank you. Я очень благодарна семье Голдманов за признание моей работы по защите озера Байкал, жемчужины Сибири и одного из великих чудес природы. Я принимаю эту награду не только от себя, от имени многих людей в России, экологов, ученых, студентов, журналистов, пенсионеров, от всех людей, которые объединили свои усилия в защите Байкала от строительства нефтепровода. Без этих совместных усилий самый большой запас пресной воды в мире оказался бы в постоянной опасности. Однако наша борьба не закончена. Недавно российское правительство решило создать международный центр по обогащению урана в городе Ангарске, в 90 километрах от озера Байкал. Мы опасаемся, что тысячи тонн радиоактивных и химических отходов этого центра станут экологической катастрофой для нашего региона. Мы не можем согласиться с этим. Наша общественная кампания против создания этого центра встречает яростное сопротивление Росатома, федеральных и региональных властей. Федеральная служба безопасности проводила обыск в нашем офисе с изъятием компьютеров. Прошлым летом произошло тщательно спланированное и организованное нападение на экологический лагерь анархистов. К сожалению, среди нападавших оказался мой сын. Он был арестован, и прокуратура сразу распространила эту информацию через СМИ с целью очернить наше движение. Я считаю, что есть связь между его арестом и нашим сопротивлением ядерному центру. Мы ведем тяжелую борьбу, но она не напрасна. Президент Путин публично потребовал перенести нефтепровод «Восточная Сибирь, Тихий океан» из водосбора озера Байкал. Именно наше движение вынудило Путина наконец-то услышать голос народа. Теперь мы ведем борьбу против целлюлозно-бумажного комбината на Южном Байкале. Он отравляет воздух и воду и более 40 лет угрожает уникальным видам растений и животных, обитающим в Байкале. Наш губернатор Тишанин только что подписал письмо президенту Путину с просьбой убрать БЦБК с Байкала. Но губернатор находится под давлением российских олигархов, которые хотят отправить его в отставку. Мы должны объединить свои усилия и поддержать тех людей, которые, несмотря на риск, защищают окружающую среду. Мы надеемся, что правительство России опять прислушается к нашему мнению. Эта награда поможет нашему движению продолжать защищать нашу землю, воду и воздух от опасной промышленности, которая использует наши природные ресурсы, и не думая о будущих поколениях. Спасибо вам большое за внимание. Thank you for attention.